Власти США начинают процесс пересмотра антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении ряда компаний из России. Как ожидается, соответствующий документ будет опубликован позднее в среду, но уже сейчас он размещен на сайте правительственного вестника Federal Register. Речь идет о череповецкой компании «Фосагро», минерально-химической компании «Еврохим» и входящего в ее структуру ОАО «Невинномысский азот». Министерство торговли США получило запросы о проведении административного пересмотра ряда антидемпинговых и компенсационных пошлин. Эти пересмотры инициируются в соответствии с нормативами министерства, говорится в документе. Кроме того, аналогичные меры, в соответствии с документом, предпринимаются в отношении компаний из Индии, Италии, Китая и Турции.